Это первая коптильня в линейке наших коптилен, которую многие наши клиенты уже используют для начала бизнеса, связанное с копчением и вялением. Добрый день! Представляю обзор коптильни объемом 160 литров, комплектация премиум, загрузка 20-25 кг. Производительность при горячем копчении до 80 кг за смену. По функционалу коптильня 5 в 1 для холодного копчения, горячего копчения, сушка, вяление и доваривание. Оснащение и оборудование коптильни данной комплектации. Терморегулятор позволяет выставлять температуру до 100 градусов. Накладная дверь, которая открывается полностью и позволяет легко размещать продукт на всех этажах. Утепленный корпус позволяет коптить в минусовую температуру. Двускатная крыша, дымоотвод. Внутри коптильня оборудована нержавеющей сталью, отделана. Установлена конвекция с теном, защита на ней обязательно. Два ряда вешал в данной комплектации. При необходимости можем разместить либо еврорешетку, либо просто полкорешетку для мелких продуктов. Поддон из нержавеющей стали для сбора жира. Дополнительный воздушный вентилятор для ускорения процесса сушки, обсушивания продукта перед копчением. В данной комплектации установлен слив. Слив помогает удалять лишнюю воду после того, как коптильня моется. Коптильню можно мыть внутри камеры чистящими средствами и смывать просто водой. И камера вновь как новая. Дымогенератор с охладителем дыма. Дымогенератор рассчитан на 12 часов работы при полной загрузке. Загружается щепа в данный бункер. Дым попадает в охладитель, освобождается от канцерогенов, смолы, конденсата. И при помощи компрессора, в комплекте идет компрессор, попадает в камеру. И происходит процесс копчения, либо холодного, либо горячего. Здесь розетка для подсоединения компрессора. Коптильня именно в данной комплектации оснащена парогенератором. Парогенератор позволяет доварить продукт до полной готовности, кто любит посочнее. Продукты горячего копчения. Работает по принципу чайника. Внутри заливается вода, работает тен, и пар попадает в камеру. Парогенератор имеет защиту от выкипания. По опыту доваривать, в среднем доваривают продукт горячего копчения 20-30 минут. Также установлен термощуп. Термощуп позволяет контролировать температуру внутри продукта. Здесь сам щуп внутри камеры. Здесь дисплей. Управление коптильней через автомат. Тен, конвекция, вентилятор. Все просто. При необходимости любая из наших коптилен может быть оборудована дополнительно москитной сеткой для естественного просушивания продукта
теплую погоду. Поставляется данная коптильня полностью в сборе, за исключением навесного оборудования. Все навесное оборудование комплектуется внутрь камеры, запаковывается и отправляется клиентам. Именно данная модель помещается в средний большой кроссовер, в багажник, либо в универсал. Высота от 145 до 160 сантиметров. Зависит от того, есть ли заказ на колесики дополнительные, либо на слив. Весит такая коптильня порядка 60 килограмм.